Отдыхать лучше на природе, которая нас нередко удивляет. 22 метра высотой и 4,5 в обхвате. Во Льгове растет один из старейших дубов не только Курской области, но и России. В рамках федеральной программы «Деревья – памятники живой природы», которая действует с 2010 года, старожила обследовали ученые. И теперь ему официально присвоен статус памятника. Он родился, когда эта земля была частью имения князей Борятинских, пережил революцию. И даже в годы Великой Отечественной, когда немцы эшелонами увозили древесину с оккупированных территорий, сумел чудесным образом выстоять. А сейчас, говорят местные жители, дарит людям энергию и даже лечит. Дуб дает силу человеку. И вот когда головные боли сильные, вообще люди подходят к дубу, прислоняются головой и вот так стоят несколько минут и говорят, что головная боль куда-то уходит. Местные легенды гласили, что этому красавцу дубу 400 лет, но в прошлом году ученые его омолодили. Дендрохронологи тщательно исследовали дерево и постановили, в 2016-м ему исполнится 250. Однако менее ценным он от этого не стал. Теперь и официальное подтверждение есть. Табличка с важной надписью «Памятник живой природы всероссийского значения». К статусу прилагается подробный отчет, что делать, чтобы сохранить здоровье старожила. Наши специалисты готовы приехать на место. Есть определенная программа, когда мы рассказываем, показываем, как и что необходимо делать. И вот мы сейчас договорились о том, что проведем в городе Курске бесплатный мастер-класс о том, как выращивать правильно деревья. В первую очередь дерево планируют признать особо охраняемой территорией регионального значения. Потом предстоит место огородить, а чтобы к дубу можно было подойти, построят деревянный помост. Ведь если землю вокруг затопчут, дерево не сможет дышать. А этот красавец теперь визитная карточка Льгова. И местным жителям стоит тоже о нем позаботиться. Как правило, вот показывает практика, здесь необходимо проявить инициативу жителям, которые прилегают. И самое главное, на мой взгляд, уберечь этот великолепный памятник. Это я призываю жителей, потому что в основном, конечно, молодежь здесь будет проводить время, бережно относиться, исключить возможность вандализма. В Курской области важный статус получил не только Льговский дуб, но и два Маринских. Всего же в федеральный реестр на сегодня внесено 319 деревьев. А памятниками пока признаны лишь 133 дерева. Юлия Белякова, Юлия Абрамова, Денис Федорков, телеканал «Сеем».